land a Cincinnati hoof trimming. Up in Curtis, Wisconsin. Got Hoover from Pennsylvania visiting Landis. Got the Ultra Shoot 2013 with air over hydraulics. Front leg lift got stuck there. John Hoover's sons doing a great job here. This is a hard stanchion cow feed. Staging system. Got a no back here, so once she goes past there, she can't go back. Goes. A little over 2 minutes a cow. Sit in a little bit.
Не, не надо то. То не надо пока. Уже подлазишь, здесь не боишься. А вот заднего ремня, когда нету, бывает так, блин, маханет. Так, сколько полтора банок спирта нам поставят? И на сколько от диска хватает на богах? Ой, на 1000 долов. За чего спрашиваешь? Это надо будет купить? У нас? Понял. Так а что сразу не привезти? Так вот, привезли, это ваше все. Ну это да. Так полтора месяца собрался нанимать. Технология появилась. Да. Я не специализируюсь на этой работе, просто вот. Чтобы вы были уверены, что оно работает. Все работает, все удобно, практично. Не моя. Просто полотенце. Ну да, если есть ведро свободное. Что, опускай. Чем удобно? Бывает, корова заходит, хоп, и сразу легла. На ремнях подняли ее всегда, то есть. На кнопочку нажали, открыли слово. Желательно, конечно, погонялку еще купить. Ну, пошла! Да, пошла! Электропогонялка. Все, рабочая пора. My leg lift got stuck there. John Hoover's sign. Find a Sensenig hook trimming up in Curtis, Wisconsin. Got Hoover from Pennsylvania visiting Landis. Got the
Ultra Shoot 2013 with air over hydraulics. Yeah.